Да не хандрите вы. Я почему-то уверена, что вас оправдали. Послушайте, а к вам нельзя, а? Ну, приютите хоть в коридоре. А? Ко мне домой явиться с мужчиной? Да вы что? А, замужем. Да нет, я мужа своего турнула 3 года назад. Мы с сыном, у меня сын. Мы живем с родителями бывшего мужа. Послушай, шикарный карбюратор для Волги. В магазине 70, тебе за 5 рублей. Парень, парень. Пошел ты знаешь куда? Знаю.